Друзья, шел четвертый день съемок. На самом деле, да, сегодня четверг, 6:40. Я опять встала в 5:40. Выбегаю на съемки. И это очень весело. Всю эту неделю снимаюсь в разных малюсеньких эпизодических ролях. И это очень интересно, но в то же время это значит очень длинные дни. И довольно-таки сильно устаешь, когда работаешь каждый день с новыми людьми. И приходится иногда немножко подождать. Немножко так день посидеть, ничего не делая. Вот, но все это стоит того, потому что, в принципе, много чего нового узнаешь, учишься. И вот так. Так что я никуда не пропала, не потерялась. Просто немножко занялась, занялась немножко другой деятельностью. В общем, это круто. Привет, ребята! Добро пожаловать в нашу новую комнату. Если вы за мной давно следите, если вы давно со мной, то вы знаете, что с нами в доме всегда жило еще два человека, помимо меня и Кристофера. И, наконец-то, мы дошли до того момента, когда у нас, я смотрю, как же свет, у нас весь дом принадлежит только мне и Кристоферу. И мы решили сделать небольшой косметический ремонт, покрасить некоторые комнаты, стены, потолки. В общем, да. У меня теперь новый вид активности. Фитнес, ремонт. Вот такие дела. Так что буду показывать, что творится и как творится. Нравится мой намордник. Сегодня я занимаюсь ремонтом. Очень давно хотела привести кухню более-менее в хороший вид. И у меня теперь появилась эта возможность. Наконец-то. И что я вам еще хотела показать? Сегодня у меня появился новый пылесос. У нас был очень старый, очень страшненький. И в этот раз мы купили вот такой. Астратовакс. Типа, если у вас есть животные, должно помогать, но у меня животных нет, но у нас везде ковры, поэтому я думаю, что это будет отличный помощник. Вот такая штукенция, надеюсь, будет классная. Мы хотели купить Dyson, я думаю, вы все слышали о Дайсоне, но на данный момент Dyson выглядит не очень по бюджету. Вот, окей, будем экспериментировать с Vax. А у вас какой пылесос? Кстати, а вам нравится делать ремонт? Итак, я выстроила здесь парашют. То есть отделила кусок кухни от другого куска при помощи полиэтилена. И так как окна открыты, он теперь у меня надувается, как настоящий парашют. Ремонт продолжается. Сейчас я буду красить здесь одну стену, совсем небольшую, с большими окнами. И постараюсь закончить это побыстрее, до того, как стемнеет. Вот такие дела. В общем, увидимся очень скоро. Друзья, шум на улице. Знаете, куда мы идем? Мы идем в парикмахерскую. Мы, это имею в виду я и вы. Да. Я не знаю, что я буду делать, потому что мне очень уже нравятся мои волосы. Единственное, что корни немножко отросли, и я постараюсь что-нибудь с ними сделать. До встречи! Окей, ребята, я уже вернулась. Вот такая у меня прическа. Я решила сделать кудряшки, и цвет просто я от него балдею. Такой натуральный блонд. В общем, это я. Привет! Окей, сегодня на ужин с красивой прической мы пошли в один ресторанчик, называется Dynamo. И я нашла здесь новые блюда. Обычно я беру здесь веганскую пиццу, но сегодня захотелось салат. Он сделан с киноа, здесь авокадо и тахини. В общем, я уже не могу дождаться, когда я его буду есть. Так что приятного мне аппетита. Налегаю я на ягоды. Хотела купить десерт в ресторанчике, но вспомнила, что у меня целый холодильник забит ягодами. И тем более, что мы уезжаем на следующей неделе. Нужно все съесть. Так что да, вот, объедаюсь. Если честно, у меня есть только одно объяснение этого сумасшествия. Это называется... Я сестра бьюти-блогера. На самом деле просто слишком много кисточек, и поэтому они все использованы. Так что они у меня сейчас в мойке. А вы часто моете свои кисточки? Эх, ребята, помните, я вам говорила, мы купили новый пылесос. К сожалению, новый пылесос сломался. Представляете, после одного дня использования. Вот здесь на ручке, как вы видите, трещина. И вот здесь тоже трещина. Так что пылесос идет обратно. И если подумать о том, как его собирать и разбирать, то дизайн, конечно, не самый умный и не очень интуитивный, так скажем. В общем, похоже, ничего лучше Дайсона нет. Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем заниматься нашим ремонтом. И сегодня мы арендовали машину, чтобы выбросить мусор. И я сегодня хотела вам показать такую вещь, которая меня очень удивила, когда я переехала в Англию. Это место, где мы сейчас находимся. Это центр ресайклинга, да, или переработки. То есть все, что вы хотите выбросить, весь мусор, какой есть, или какие-то электрические предметы, или еще что-то, все приносится сюда, и у них для каждой вещи, бумага, стекло, электроника, есть отдельный контейнер. То есть все перерабатывается. И вот здесь, сейчас я вам покажу более близко, здесь приезжаешь на своей машине и просто выкидываешь в разные контейнеры разные вещи. Огромный контейнер для леса, да, для деревянных вещей. Далее здесь идет переводчик Оксана для каких-то пакетов. Go down the gap there, you wear the green ones on, standing in front of it says shoes and all that, and it'll show you. Дальше здесь просто мусор для домашний какой-то мусор. Здесь то, что вы в гардене соберете, у вас какие-нибудь деревья или еще что-то. Далее сюда я вот выкидывала свой старый DVD-плеер. А здесь еще есть такие огромные стенды, которые Кристофер сказал. И здесь можно выкидывать одежду. Например, сюда привозят книги, сюда привозят одежду, снова книги, CD, снова книги и одежда опять-таки. В общем, очень-очень умно сделано так, чтобы все шло на переработку. То есть не просто для всего в один мусор и на свалку, а всему находят вторую жизнь или уже специально перерабатывают. Окей, покрасила, теперь это все выглядит намного-намного красивее. Нужно будет сделать еще один слой, и можно будет ставить полочки. Очень красиво, мне очень нравится. Сейчас еще занимаюсь вот этими окнами, против света ничего не видно. Но здесь тоже работы много, и окна немножко старые, и так как их менять пока никто не собирается, придется сделать что-то с ними интересное. Посмотрим, что я смогу из этого выдумать. И закат сегодня просто волшебный. Смотрите на это чудо. Лодочка. Друзья, спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам нравится видео такого типа, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал, а я буду стараться делиться с вами интересными моментами моей жизни. Отличного вам настроения и увидимся в следующих видео.